Краевые соревнования по спортивной гимнастике «Кубок надежд» проводятся в 18-й раз. В этом году за медали турнира в Сочи приехали бороться 74 спортсменки. Кстати, год назад участниц было всего чуть больше полусотни. Интерес к турниру растет. На ковер вышли девочки 13 лет и младше. Это гимнастки из Армавира, Анапы, Новороссийска, Славянска на Кубани, Майкопа и Сочи. Соревнования проходят по традиционной схеме. Девочки выполняют опорный прыжок, вольные упражнения, показывают комбинацию на брусьях и бревне. Гимнастки из Ромовира и Славянска на Кубани в числе фавориток. Атлетки из этих команд традиционно занимают на турнире «Кубок надежд» самые высокие места. Сочинские спортсменки выдающимися результатами на этих состязаниях пока похвастаться не могут. И причина на это есть. Еще пару лет назад хороших условий для занятий спортивной гимнастикой в Сочи просто не было. В этот зал мы въехали 3 года назад, а на подготовку хотя бы среднего уровня спортсменки нужно 3-5 лет. Я думаю, даже в этом году уже будут призы, конечно. И главный судья не ошибся. Долгожданную медаль «Золото» для сборной Сочи завоевала 7-летняя Лена Чурсина. В своем разряде она обошла 16 сильнейших гимнасток. Лучше всего рассказала юная чемпионка, ей дались вольные упражнения. У меня была музыка «Зайца» и... Я делала хандат фляг, просто вперед, вперед, назад, разножку. Все удалось. Шанс пополнить копилку наград у сочинских спортсменок будет и завтра. Кроме того, в том числе по итогам турнира «Кубок надежд» будет сформирована сборная Сочи. Гимнастки, вошедшие в ее состав, будут представлять курорт на краевых и всероссийских турнирах. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.